Александр Викторович, ну, я думаю, что настроение у вас неплохое. Сейчас команда набрала ход. В целом, как оцениваете не только результат, но и игру своей команды? Набирают ли ребята там обороты? Ну и как сегодняшний матч оцениваете результат? Да, с результатом действительно доволен. Ну, можно сказать, что и игра, особенно где-то полтора тайма, мы играли неплохо. Хотя были такие очень глупые ошибки. Ну, как говорится, футбол без ошибок – это не бывает такого. Поэтому сказать, что и результатом, и игрой в целом, в принципе, можно быть довольным. И ребята, я думаю, должны получить удовольствие от того, как они играли. Хотя соперник не такой, я сказал бы, что он очень сильный был, но мальчишки боевые, огрызались очень сильно и тяжело где-то. Местами было даже очень тяжело с ними играть. Удаление и пропустили гол вот в конце матча. Это уже немного расслабились ребята, потеряли концентрацию. Ну, скажем так, сделали практически 7 замен уже в середине второго тайма при счете 4-0. Понятно, что ребята в игру не вошли. Это уже было им время немножко, чтобы они вошли в игру хотя бы минут 10, чтобы они почувствовали игру. Поэтому, естественно, что вот эти вот ошибки ненужные, там не остановили, там не добежали, оно и сказалось, что пропустили гол. Ну, а по поводу давления, ну, что я могу сказать, это эмоции. Кто-то из ребят может эмоции сдерживать, но некоторые эмоции не могут сдерживать. У парня, кстати, это уже вторая красная карточка, пусть она не прямая, вторая желтая, автоматически перешла в красную. Да. Ну, ненужная, скажем так, очень ненужная. Она наказывает, мальчишка сам себя наказывает, потому что он пропускает игры, он не играет. Хотя, вроде бы и играет, все хорошо, нормально, все получается, но вот эти эмоции, он просто не может их сдержать местами. Отсюда оно и получается. Желтые, красные карточки. Несколько слов о предыдущей игре, как все складывалось. В Люботине, да, было? Да, в Люботине. Ну, в Люботине, в принципе, игра похожа была, как и здесь. Даже, может быть, где-то местами и полегче, может, из-за того, что ребята там, ну, в основном мы играли одним составом, замены мы поделали уже так больше к концу, и столько много замен не было. Поэтому практически до конца второго тайма играли, вроде бы, на хорошем уровне. И не забили, я думаю, еще мяча 4-5, это точно мы должны были забивать. Выиграли мы 3-1, тоже при счете 3-0. Пропустили так же самый необязательный мяч один. Ну, практически ничего не решал. Но тем не менее, да, это сказывается немножко, когда чувствуешь, что уже счет большой, и начинаешь где-то к себе концентрацию терять. Впереди у нас два матча осталось, да, вот в этом году сыграть. Как оцените соперников? Что ожидает нас? Да, мы практически сейчас, если у нас было 4-3 поражения подряд, то сейчас у нас 3 победы подряд было. И сейчас у нас начинается осенью, у нас 2 игры первого круга. То есть с весны перенесли на осень. Да, следующая игра у нас в Полтаве, это ДФС США имени Гарпынка. Играем, команда находится, младшая находится сейчас на первом месте. Старшие тоже в верхней турнирной таблице, вверху турнирной таблицы находятся. Так что, я думаю, игры будут. Хотя мы дома проиграли, старшие в ничью сыграли 2-2, а младшие 3-2 проиграли наши. То, я думаю, там будет как серьезная игра для наших мальчишек. И почувствовать, что если они не расслабятся, что все-таки 3 игры подряд выиграли, там соперник немножко посильнее будет. Да не немножко, а на порядок сильнее будет. Поэтому если они соберутся, я думаю, должно быть все нормально. Ну, посмотрим, это игра. Ошибки в детском футболе, очень много ошибок. И такие просто смешные. И последняя игра дома, да, будет? Да, последняя игра дома у нас с Харьковом. Мы играем в «Динамо» Харьковом. С ними в первом круге мы сыграли, выиграли у них 3-1. Тоже неплохая команда, но послабее все-таки она, чем Гарпынка. Ну, как футбол, как она игра сложится, как настрой будет у соперника, какой настрой будет у нашей команды, как мы подойдем к этой игре. Если без травм, без болезней, все нормально будет в основном составе играть, то, я думаю, должно быть все хорошо.